По данным, приведенным сегодня на заседании правительства, за последние 5 лет в Карелии количество детей-сирот возросло в 4 раза. Петрозаводский детский дом номер 2 – печальное тому подтверждение. Недавно он переехал в новое помещение, на Ключевую. В старом доме на Островского было слишком тесно. Здесь же, на новом месте, вместо прежних 4 групп, именуемых семьями, станет сразу 8. Всего детский дом стал приютом для 79 ребят. Новоселье продолжается. Хозяева пока немного теряются в бывшем детском садике на Судостроителей. Слишком просторно. Но это, как вы понимаете, не беда. Проблемы известные. Стало больше стен и полов, а значит, мебели стало меньше.